Москва, Трисен, Эрспорт. Американка Серена Уильямс пробилась в третий круг открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 42,3 миллиона долларов. В среду первая ракетка мира Уильямс сломила сопротивление представительницы Нидерландов Кики Бертенс 7-6, 7-5, 6-3. Матч продолжался чуть более полутора часов. Победа стала для Уильямс 50-й на турнирах женской теннисной ассоциации WTA в нынешнем сезоне и 30-й подряд на турнирах Большого шлема. Следующей соперницей Уильямс станет ее соотечественница Беттани Матиек-Сандс.